Привет, уважаемые зрители! Лето, теплая пора, время приключений, путешествий, и все наши гаджеты должны быть заряжены. И, друзья, вот именно для путешествий такая небольшая зарядочка, мини-миксер. Я не стал инструкцию показывать, она здесь тоже есть. Но единственное, вот кабелечек очень хороший, брендовый, здесь вот написано X-Star, хороший, качественный. И сама зарядка. Друзья, ну вот для примера я поставил свою старенькую, ну как, она актуальная на сегодня, но она имеет возможность при имеющемся экране, конечно же, показывать очень много разных данных, выставлять ток зарядки и, самое важное, для чего я ее купил, проверять емкость всех ваших аккумуляторов, то есть цикл зарядки, разрядки, то есть это долго нужно ждать, но процесс все-таки дает результат этот. Она более массивная, конечно, тяжелая и более дорогая. А вот этот вот вариант, друзья, он хорош для путешествия, я думаю. Да, здесь нельзя единственное выставлять ток зарядки, потому что, вот как я вам показал, смотрите, я надеюсь, видно, вот здесь на литии у нас идет, если два аккумулятора заряжаешь, 1 ампер, если 4, вставляешь по пол ампера. Ну и дальше тут вот для других типов, для литионных 1,5, то же самое. И вот никелеметаллогидридных. То есть главное, что все типы мы можем зарядить. То есть где-то на ночь остановились переночевать. Есть переключатель с положения LPO-4 на никелеметаллогидридный и литионный. Значит, здесь у нас Type-C вход, друзья, это очень важно, актуально на сегодня. То есть взяли какой-то шнурок, неизбежно это в путешествии, правильно? И заряжайте, что вам нужно. Ну, прежде всего, я думаю, что для фонаря, там мало ли у кого-то фонари без зарядов встроенных. Ну, друзья, путешествие это одно, в принципе, для домашнего использования. Если вам не нужна вот эта вот функция проверки аккумуляторов, да, разных вот токов зарядки, потому что здесь-то токи зарядки, в принципе, они щадящие. Так, давайте я покажу, как оно работает, естественно. А как я покажу, друзья, на природе? Вот. Попробуем вставить, будет оно работать или нет, я толком не знаю, ну, в принципе, да, кстати, в путешествии, ну, может быть, такой вариант будет для кого-то приемлемый. О, ну вот, пожалуйста, раз, два, ну и погнал. Короче говоря, заряжает все. Все тут нормально, никаких проблем нет. И для домашнего использования, повторяю, в принципе, очень вариант хороший, потому что лишен этой функции, соответственно, он и дешевле. Да, и одновременно как дома, так и в путешествии можно использовать. Экрана нет. И в моем случае, например, учитывая разницу в корпусах, да, я не могу выбрать какой-то один, потому что все-таки проверка емкости аккумулятора мне нужна. В путешествие вот такую легкую вещь, неплохо бы взвесить было ее, я бы с собой с удовольствием взял. В принципе, ну, от типа путешествий, да, конечно, если вы легкоход, в принципе, большинство фонарей сейчас снабжены встроенными зарядками. Но я хотел бы напоследок сказать, друзья, вы уже обратили внимание на вот такие замечательные аккумуляторы. Это новые. Мне удалось заполучить их, я очень рад, потому что 3500 емкость, это 18650, друзья, 3500 это, ну, определенный прогресс, и для любителей все-таки вариантов на 18650 фонариков, это очень удачный и ожидаемый, да, вариант, потому что, ну, большинство 3000, да, 3200 я проверял, и эту на вот этом устройстве емкость соответствует, даже тут чуть-чуть больше. Вот 3,6 вольта, 3,06 ватт-часа и 850 емкость. То есть при сохраняемых габаритах и весе фонаря, да, мы получаем чуть больше емкости. Соответственно, тут уже некоторые аккумуляторы 21700, там 4000, а тут 3500. Ну, некоторые, да, бывают. Я иногда встречаю, не понимаю, зачем ребята покупают такие. Если уже 21700, так берите на пятерку. А то и больше уже появились, чтобы какой-то был смысл в этом весе и габаритах. То есть без экрана, поэтому легенько, компактно, подешевле. Если такой бандуры у вас нет, как у меня уже, то
смысл такую приобрести на все свои типы аккумуляторов, на все, подчеркиваю, типы есть. Ссылочка на миксер в описании и на аккумуляторы тоже, друзья.